Знаете, сейчас я исполню песню, называется она «Помоги мне, Господи». Может, слышали ее, я в этом году получил за нее премию «Шансон года». И честно, всегда от меня ждут каких-то веселых, таких разухабистых, удалых песен. В то время мне прям хотелось написать что-то такое глубокое. И вот то, что сейчас происходит вообще в мире, как-то хотелось собрать. И ко мне попали стихи Владимира Ильичева. И как-то музыка, она сама просто пролилась на эти строки. Песня «Помоги мне, Господи». Помоги!
чтобы быть прощенным.